Всем привет, с вами Игорь. Сегодня вот такой вот классный солнечный день. Солнце отлично светит. Сейчас у нас середина зимы, 15 или 16, уже точно не помню. Вот, и сегодня мы будем смотреть, как работает моя солнечная энергетика. Вот я полез панельки почистил уже сегодня. Вот, ну что, солнце никак не хотело этот снег растапливать. Вот, так вот. Ну, еще немного осталось снега, но я думаю, солнце его дотопит. Вот, хорошо сегодня работают и панельки, но вот этот вот угол и направление юго-восточное, оно для зимы не годится, я вам скажу, так из опыта. Вообще, на крыше установка панелей, это... Ну, не советую. Во-первых, чистить очень тяжело вылазить. Вот. И угол совсем не тот. Угол совсем не тот. Ну, понятно, какая крыша уже есть, такой угол и будет. Вот. Тут уже ничего не поменяешь. И вот этот вот юго-восточный угол для зимы, вот для вот этих трех месяцев, ноябрь, декабрь, январь, он вообще не годится, вот этот угол. И вот это направление. Лучше зимой, на зиму, лучше всего это южное, строго южное направление с правильным углом. Вот, и все такое, чтобы что-то иметь. А такой вот юго-восточный угол очень хорошо себя показал летом. Для лета это вообще классно. Весна, лето, даже осень. Это идеально, вот, ну что там получается тепло очень, панели днем перегреваются, а вот утром как раз еще прохладно, они успевают взять достаточно энергии, пока с ночи еще не так жарко. Так, идем смотреть коллектор. Так, вот мы возле солнечного коллектора, сейчас как раз 2 часа дня, солнце повернулось, светит прямо на коллектор. Вот, посмотрим, какая температура сейчас у нас на улице. Вот, минус 12, да? Почти. Почти минус 12 градусов. Вот, холодно. И ветерок еще есть. Ветерок для коллектора, это, конечно, нехорошо. Немного остужает его. Вот. Так, пойдем сейчас посмотрим, какая температура коллекторе. Так, и так вы возле терморегулятора. А что это оно так? А, запотел. Запотел объектив. С мороза в тепло и на объективе, на линзе конденсат образовался. Ну, температуру видно, да? 53,3 градуса, да? Ну, уже, конечно, не 70, это не 70, ну, на улице минус 12 сейчас, в тени. О, поэтому, наверное, уже и не 70. О, разница в коллекторе и на улице получается 65 градусов. Разница, да, 65 градусов. Ну, это, конечно, теплопотери там огромные. Вот, да, запотел объективчик. Отсюда у нас идет тепло, теплый воздух. Вот, не хочет даже он, захолол вообще объектив, да. Мутный. Вот такая вот альтернатива сегодня у нас. Работают и панельки, и коллектор солнечный. Вот, как-то так. Ну, тоже, я думаю, 53 градуса для минус 12 на улице тоже неплохо. Вот, ну вот как-то так. Вроде все, что хотел, показал. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Комментируйте, советуйте. Все, всем пока, до следующих видео.